Я путешественник! Что вам угодно? Разыскивается важный государственный преступник, лишавшись каторги! Предлагаю немедленно опуститься! Мы должны осмотреть корзину шара! Я даю вам слово, у меня в корзине никого нет! Выполняйте приказ! Я должен осмотреть корзину шара! Я вам дал слово! Если вам этого недостаточно, попробуйте подняться ко мне в корзину! Остановитесь! Остановитесь! С ума сошел! Сумасшедший! О, мой бедный шар! Берегитесь! Я не снижаюсь! Я падаю! Назад! Осторожно! Погон! Берегитесь, господа! Назад! Осторожно! Осторожно! О, черт подери! Он жив, папа? Я жив, мадемуазель. И кажется, невредим. Ничего опасного. Лейда, помоги мне. Сейчас мы осмотрим вашу ногу. Так, здесь больно? Больно здесь? Одну минуту, умоляю вас, подождите. Une minute. Ничего. Теперь я готов ко всему. Ой. А вот уж сколько лет живу я в Ревеле, но еще никто не падал на нас с неба. Поверьте, я это сделал не по своей воле. Меня просто-напросто подстрелили ваши люди. Каким образом? С кем имею честь? Пардон. Пардон. Позвольте представиться. Меня зовут Жюль Ардан. Как? Вы Жюль Ардан? Господа, это знаменитый французский аэронавт, путешественник и писатель Жюль Ардан. Но кто же посмел вас стрелять? Ваша полиция! Ой! Пардон. Они искали какого-то важного государственного преступника. Разрешите представиться. Я банкир Шмидт. Жюль Ардан. Это печальное недоразумение, но все-таки мы благодарны случаю, что вы стали гостем нашего города. Какая удача? Удача? А может, это правда удача? Какой идиот стрелял? Карл! Карл! Месье Ардан, это мой сын Карл. Он довезет вас. По-моему, господину Ардану следует воспользоваться более покойным экипажем. Мой автомобиль, во всяком случае, надежнее, чем ваша корзина для кур. Это видно по вашему лицу, Карл. Поехали. Господа! Господа, я не сержусь на судьбу, которая привела меня в ваш город. Нога заживет, шар снова поднимется в воздух, и тогда каждый из вас сможет убедиться, как прекрасна наша земля сверху. Мой шар к вашим услугам, господа! Ура! Вы не представляете, как цивилизованные люди уничтожают этих хищных, но несчастных зверей. И вы тоже охотились? Да, мне приходилось стрелять в африканских львов.
Мне приходилось подниматься в горы Южной Америки. Один раз я даже сам спасался от людоедов. Это было в Новой Зеландии. А мы с вами, Мяги, не были нигде дальше Риги. Но зато мы можем быть спокойны, что в наших краях не встретим ни одного людоеда. А я вам очень завидую. Я завидую, что вы успели так много повидать. И все-таки, Лейда, я не нашел то, что я ищу всю жизнь. Поверьте, месье Мяги, людоеды — это не самое страшное. Гораздо печальнее, что и в самых экзотических странах я встречал нечто, что очень хорошо знакомо нам по нашей милой Европе. А именно? Несправедливость. А что же вы ищете? Это трудно объяснить. Я ищу остров. Необитаемый остров. Каждый раз, когда я поднимаюсь в небо, я говорю себе: Жюль Ардан, на этот раз ты найдешь то, что ты ищешь. Я назвал бы этот остров островом справедливости. И доступ туда был бы открыт только самым добрым и мужественным. И законом этого острова были бы честь и верность. А вам не будет там одиноко? Надеюсь, нет. У доброго дела должны найтись друзья. Тогда мне, как следователю, на вашем острове, месье Ардан, было бы просто делать нечего. А вы, Мяги, убеждены в том, что ваше занятие будет необходимо всегда? Всегда. Всегда. Как и профессия врача. Вы меня проводите, доктор? Лейда. Лейда. А вы согласились бы жить на моем острове? Да, Юль. Мне показалось, что вы чем-то расстроены. Но я не хотел спрашивать об этом в гостиной. Вы не ошиблись. Последние дни я думаю только об одном. Как отдать долг банкиру Шмидту? Но попросите его, чтобы он подождал с уплатой. Это была последняя отсрочка. И вообще, разве вы не понимаете, Мяги, чего он добивается? Но на этот раз он ошибся. Лейда никогда не будет женой сына Шмидта. Здесь болото. Да, болото. Проехать можно? Конечно, можно. Вон оттуда можно проехать вокруг. А здесь только можно пройти. Мы ходим по вешкам. Сколько верст в объезд? Версты две будет, может, немного поболее. А на конях к вешкам подъехать можно? Нельзя. Опасно на конях. Окружить болото. Thank you.
Фантастик. Я уже давно хотел с вами поговорить, но вы предпочитаете общество врача Петерсона. И его дочери. Карл. А? Нравится? Великолепно. А? Ну-ка, снимите трубку. Алло. 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 Вы меня слышите? Алло, алло, вы слышите меня? Алло, алло. Да, я вас слышу. Ага. О чем вы хотели со мной поговорить? О вашем воздушном шаре. Я с удовольствием поговорю с вами о воздушном шаре. Великолепно. Видите ли, месье Ардан, я хочу с помощью машин перевернуть весь мир. Это превосходная идея, правда, не такая уж оригинальная. Почему? Еще старина Архимед всерьез подумывал об этом. А, Архимед, это ваш приятель? Степени. Правда, мы давно не виделись. Веков 20. Карл, оставь нас. Месье Ардан, я хочу быть с вами откровенным. Продайте мне свой шар. Продать? Да. Зачем вам шар? Карл. Видите ли, месье Ардан, у моего сына есть большая слабость. Он очень любит новые машины, аппараты. Это его страсть. И все в городе об этом знают. И когда люди видят автомобиль Карла, они с уважением говорят: о, смотри-ка, едет сын банкира Шмидта. Вы понимаете, что скажут люди, когда увидят его на воздушном шаре? Прекрасно. Вот, поэтому он первым в городе должен иметь шар. Вы понимаете меня? Какую же цену собираетесь вы мне предложить? Месье Ардан, назначайте. Видите ли, воздушный шар – это все, что у меня есть. Дайте мне взамен все, что есть у вас, и тогда мы будем в расчете. О. Добрый день. Неужели господин Шмидт решил принять мое предложение? Мсье Ардан, не ходите больше к Петерсонам. Почему? Мсье Ардан, не ходите больше к леди. Но почему? Интересно. Простите, Карл, а она вас любит? Терпеть не может. Даже ненавидит. Мсье Ардан, улетайте. Вы все равно улетите, но я останусь. И пусть она меня не любит, пусть она меня даже ненавидит, но я добьюсь своего, понимаете, добьюсь. Потому что я богат, а они с отцом нищие. Я не понимаю, вы хотите жениться на леди или купить ее? Салют, месье! А за что он на каторгу попал, господин капитан?
против царя бунтовал. Вешать за это надо. Теперь не вешают. Да. Вот потому и бегают. Дьяк. А может быть, ты не из Сибири, а из полиции? Я же говорил тебе, что к одной тачке с дьяком был прикован. Забыл такого? Пусти. Я же тебе не каторжная тачка. А больше дьяк ничего не говорил? Нет. Ладно, я помогу тебе, но для этого нужны деньги. Деньги. За мясо и пиво хватит? Уйти за границу с контрабандистами недешево стоит. Что ж мне делать? Не знаю. Будут деньги, помогу. У тебя найдется чем писать? Найдется. Днем-то у меня пусто. Но и рассиживаться здесь беглому каторжнику нечего. Сколько нужно денег? Ну, чем больше, тем вернее. Я пишу друзьям. Деньги, думаю, привезут. Где мне ждать? В порту? Не у меня же. И помни, если тебя схватят, у меня ты не был. Я живу честно, все это знают. И если... Последняя к тебе просьба. Отправь это в город и передай доктору Петерсону. Доктору Петерсону? Да. Угу. А ты поторопись. Тогда к вечеру будешь в Пярну, в порту. Да! Да! Собирайся, поедешь в город. Знаешь дом доктора Петерсона? А? Знаешь дом доктора Петерсона? Знаю, знаю, хозяин. Сейчас? Да, сейчас я...
Нравится ваш старый город. Может быть, мне не улетать. А как же ваше путешествие? Вы знаете, Лейда, у меня ведь нет определенного маршрута. У меня есть мечта и надежда. Моим шаром управляет ветер, и вот он занес меня сюда. Если вы думаете, что вы найдете здесь то, что ищете, то вы ошибаетесь. Вам здесь плохо, Лейда? Тогда улетайте со мной, мой шар к вашим услугам. Туземцы приносят жертвы своим жестоким богам. Юль, не надо обращать внимание. Лейда, я хочу вам сказать сейчас. Юль, мы с вами друзья, не правда ли? Когда-нибудь я познакомлю вас с одним человеком. Кто этот человек? Он моряк. Его сейчас нет здесь, но он скоро вернется. Вы ему дали слово? Я люблю его. Его? Да? Пора улетать. Пора. Лейда. Я не могу. Не хочу. Юль, ну вы же сами говорили, что верность и честь законы нашего острова справедливости. И вы не хотите, чтобы я первой нарушила их. Thank you.
все. Я убью француза. Наступай на меня, осел! Выпад! Ну, кали же! Да не надо от меня бегать! Ты наступай на меня! Кали меня! Еще кали! Что здесь происходит? Учимся фехтовать. Я хочу убить француза. А ну, дай сюда. Ступай за мной. Я вызову его на дуэль. Я все равно убью француза. Я могу подкупить чиновников в суде и полицию. Но, к сожалению, не в моих силах подкупить природу. И поэтому мой единственный сын и наследник ничтожество и балла. Убивать надо не на дуэли. В понедельник. Петерсон обязан мне выплатить крупный долг. Я знаю, для этого он занял в разных местах деньги по долговой расписке. А, понимаешь меня, Карл? Ничего ты не понимаешь. Так, вот. В понедельник Петерсон принесет мне деньги, которые ему удалось занять под долговые расписки. Вот черт. А ты уже сегодня поедешь и скупишь эти долговые расписки. А когда Петерсон принесет мне деньги, я предъявлю ему их и потребую немедленной уплаты. Ну? Карл, как? Ну как, ты понял меня, Карл? Вот теперь я понял. А, и помни, ты едешь за своей невестой. Ну? Поезжай. Да. Транкеля ко мне. Да. Транкель, что с вами? Что случилось? Карл. Карл. Исправьте автомобиль и догоните завтра Карла. Хозяин, водки. Одну минуту, господин. Хозяин. Быстро, быстро, быстро. Быстрей. Послушайте меня. Мой отец очень умный человек. Стоп! Очень хитрый человек. Но он ничего, ничего не понимает в любви. Да. Он говорит, поезжай, купи себе невесту, вот за эти деньги, вот. Ну ты скажи, сколько стоит невеста, ну! 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 Мы в этом ничего не понимаем. Я тоже в
этом ничего не понимаю. Угодно, господин. По дороге меня застигла непогода. Не могу я вас попросить комнату до рассвета? Да, господин, прошу вас. Ужинать будете? Нет, благодарю. Грим! Где Ян? Сейчас, сейчас, господа. Яр, давай! Ну, давай, косой! Так. В нашем краю деньгами не хвастают, господин. Я самый сильный! Я! Для вас приготовлена комната. Уйди ты! Нет! Не хочу я! До завтра. До завтра. Доброе утро, господин капитан. Что это вы в такой раль? Когда он от тебя ушел? Когда? Пожалуй, с неделю будет, как я его прогнал. И правда, жулик был парень, да и работник-то дрянь. Опять, наверное, что-нибудь стащил. Может, что-нибудь прикажете? Водочки или, может, яичницу? Обыскать корчму. Смотри, Грим, мы пока твоей службой довольны. А?
Но если ты нас водишь за нос... Не пойму я вас, господин капитан. Господин капитан. Этого не может быть. Почему, собственно говоря, этого не может быть? Хозяин, вы расскажите господам, как он утром спешил. Да, даже от пива отказался. Да, а когда я запрягал, он торопил. Скорей, говорит, скорей. Не спешите с выводами. Обвинения очень серьезные, и доктор Петерсон человек безупречной репутации. Вы пристрастны, Мяги. Объяснитесь, капитан. Все прекрасно знают, что вы и Петерсон друзья. Да. Но я слуга закона, сударь. А для закона нет дружбы. И до тех пор, пока я не буду располагать вескими уликами против Петерсона, я не сочту его виновным. Какие еще нужны вам улики, следователь? Он должен мне много денег. Он ненавидел нас. Он ненавидел Карла. Мой сын мертв, а убийца еще на свободе. Я немедленно отправлюсь в город, чтобы задержать его. И напрасно проедетесь. Вам в другую сторону нужно, к морю. Спасибо, Грим. Скачем в порт! Отходить? Подождем. Погода улучшается, скоро уходим. Если денег не будет, останешься на берегу. Я условия помню. И предупредил своих друзей. У таких, как мы с тобой, друзей не бывает. Настоящий друг, Петерсон. Я ждал. Я знал, что вы приедете. Лейда ждет вас. Я вернусь, Петерсон. Я обязательно вернусь. Передайте это леди. Отдать швартовые. Отдать швартовые. Пошел, скоты. Коты. Право на борт. Есть право на борт. Bye.
Именем закона вы арестованы. Именем закона вы арестованы. Что? Вы арестованы по подозрению в злодейском убийстве и ограблении Карла Шмидта. Глупость какая. Руки. Руки. Прошу, поверните к берегу. Ты что, рехнулся, парень? Поверните к берегу. Поверните к берегу. Пошел ты! Поверните к берегу! Здесь команды! У него деньги! Ну! Ну! Трюм его! Ну! Ушли! У него деньги! В ту ночь меня застигла буря, и я действительно был вынужден остановиться в трактире. Ну и что? Ну и что? Вы успокойтесь, успокойтесь. Мяги меня обвиняют в убийстве и грабеже. Вас не обвиняют, вы еще только подозреваетесь. Поверьте моему опыту, каждого человека можно в чем-нибудь подозревать. Неужели каждого? Но ведь это ужасно. Правда, собранные следствием улики говорят мне в вашу пользу. Только полная откровенность может помочь правосудию. Вы мне тоже не верите, Мяки. Я следователь, Петерсон. Я следователь. А уж потом ваш старый друг. Я должен вести следствие в полном согласии с законом. Грим, вам известен этот человек? Немного знакомо. А при каких обстоятельствах он появился в вашем трактире? Да какие уж там обстоятельства? Комнату, говорит, на ночь, а сам шляпу на глаза надвинул. Надо полагать, что вам не хотелось, чтобы вас узнали. Да. Почему? Вы не подумайте, господин, что я вам зла хочу. Но я ведь все по совести, как было. А больше ничего этот господин вам не говорил? Говорил. А что? Это когда я уже его в комнату проводил. Он про того, про покойника. Мальчишка-то, говорит, пьяный совсем. Это правда? Правда, господин следователь. Истинная правда. Вы свободны. А что привело вас в порт? У меня не было никакой определенной цели. Но, может быть, у вас была назначена там встреча? Нет. Вы уверены? Абсолютно. Ваше имя, свидетель? Номер 9. Как? 9. У нас все по номерам. Ваше занятие? Фискал я. Есть такая профессия. Портом мы работаем на контрабанде. Достойная профессия. Что имеете сообщить следствию? Нам не адмирал. Изъясняйтесь понятнее. Кличка у него такая, адмирал. Главарина контрабандист. Ну. А я за ним слежу. А тут еще один трется, один. Неизвестный мне, чужой. А этот господин деньги передает. Кому, адмиралу? Да нет, чужому. Кто был тот чужой? Откуда же я знаю? Не могу ответить. Мы больше на контрабанде. Кто был этот человек? Ну уж, если номер 9 не знает, так я тем более.
Значит, вы передавали деньги. Пустите меня! Допустите же меня, ну! Пропустите меня! Доктор Петерсон арестован ошибочно! Доктор Петерсон арестован ошибочно! Во всем виноват только я! Я, бежавший из каторги, Василий Яковлев! Во всем только моя вина! И он передал вам деньги для побега за границу? Да. Да. Вот они. Возьмите их. Но поскольку я отдаю себя в ваши руки добровольно, я прошу вас немедленно освободить господина Петерсона. Немедленно. Это вот тот. Чужой. Господин Шмидт передал следствию заверенный в банке список номеров кредитных билетов, врученных им его покойному сыну Карлу. Номера, указанные в списке, и номера этих ассигнаций полностью совпали. Да, Петерсон, отведите в крепость. Обоих. Очень прошу, пропустите меня, пожалуйста. В который раз вам говорят, что свидания с этими преступниками запрещены? Но они же не преступники. В тюрьме невинных нет. Но я вас очень прошу. Оставьте, мадам. Вы грубиян. Я на службе. Мяги! Мяги! Сало! Скажите им! Пусть они меня пропустят. Не имею на это права. Во время следствия свидания запрещены. Но вы же знаете отца 20 лет. Но вы же знаете, что он не мог убить человека. Мсье Мяги, я бы хотел встретиться с вами и поговорить об этом странном преступлении. Когда вам только будет угодно, мсье Родан. Я обманула вас. Мой жених не капитан Корвет. Он... Не говорите больше ничего, Лейда. Кто бы он ни был, я верю, что вы не могли полюбить дурного человека. Мсье Шмидт, приношу вам свои искренние соболезнования. Собираетесь улетать? Улетаю. А мне казалось, что вы более привязаны к своим друзьям, Петерсонам. Не понимаю вас. Ну что ж. Мсье Ардан, я человек дела. Вы помните, я хотел у вас купить шар для Карла.
Теперь мой сын мертв, но я все-таки хочу исполнить его желание. Итак, вы уступаете мне свой шар, а я добиваюсь смягчения приговора над Петерсоном. Это невозможно. Убийца вашего сына должен быть наказан. Я собираюсь написать книгу. О чем же? Обо всем, что произошло в вашем милом тихом городе. Только не надо писать о печальном, Серда. Опишите лучше эту удивительную ночь. Опишите наш старый славный праздник. Хорошая мысль, Мерси. Правда, я еще не знаю некоторых деталей. Quelle sera la page finale? Какой будет финал? Финал. А вы сами верите? Чему? Тому, что ваш друг убийца и грабитель. Что, собственно, ждет Петерсона? Пожизненная каторга. Да, в моей книге будет много таинственного. Я думаю, что она будет увлекательной и, наверное, немного наивной. И обязательно справедливой. Вы знаете, месье Мягги, так мало справедливости на этом свете, что за нее нужно драться. Ее нужно искать всегда и всюду. И вы знаете, как это делается? Да, я думаю, что знаю. А вы? Господин Мягги. Хорошо. Бивон. Выпьем. За вас. Пусть за эту ночь. Браво! Эй, вы! Позвольте, я покажу фокус. Блюдце! Ага. Салфетка. Фокус не вышел. Не вышел. Бывает так в жизни, думаешь, фокус получится, а он и не вышел. Вот. Мерси. Мерси. Да, я должен заплатить за блюдце, я заплачу. Еще два пенни, за все надо платить. Я хочу платить, хозяин. А вы когда заплатите? За что? За все. Шампанского. Гарсон, шампань? Никогда что вы говорите, господин? У нас такое не водится. Ой, это не шампанское. Я вам заплатил. Да, месье. А Петерсон вам ничего не должен? Вы пьяны все. Я прекрасно все понимаю.
Завтра вы увидите. Завтра. Да. За Францию. За эту удивительную ночь. За... Нет. Я выйду. Здесь опасно. Не ночуйте здесь. Яр! Яр! Все надо отдохнуть. Он совсем пьяный. Я уйду. Завтра. Я уйду. Завтра, мусор. Мальбрук снова там герой. Мальбрук в поход собрался. А, да, да. Послушайте, они лягушек едят. Француз. Мальбрук в поход собрался. Это не гостеприимно, Грим. Бросьте нож. Такой прием гостей становится традицией для трактира «Сломанная подкова». Я же вам сказал, что завтра все выяснится. Вот и наступило завтра. Пожалуйста, бросьте нож. Теперь я ясно представляю, как все это было с Карлом.
Вам нечего возразить? Печально. Одевайтесь, пожалуйста. Нам нужно будет нанести визит месье Мяги. Идемте. Идемте. Собрался. Госпожа Лейда Петерсон? Да. В ответ на ваше прошение о браке с политическим заключенным ссыльно-каторжным Яковлевым получена высочайшая резолюция. Приняв во внимание тяжесть вины Яковлева, распространителя злостных антигосударственных идей, в прошении на брак отказать. Бежавшего с каторги Яковлева немедля припроводить к месту первоначального заключения. Скажите, Жюль, а когда вы поняли, что я не преступник? Когда? В ту минуту, как увидел вас в первый раз. Спасибо. А вы все-таки хитрец, Жюль. Справедливость торжествует. Мерзавец Грим уже в тюрьме. Да. Все улики были против тебя. Но сердце мое чувствовало, что ты ни в чем не виноват. Если бы вы доверились вашему сердцу, месье Мяги, вы бы сейчас сидели за этим столом. Вы не могли бы сказать, когда отправляют Яковлева? Это не будет разглашением служебной тайны? Завтра утром.
Василий Яковлев. Жюль Ардан.